Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем игру Murdered. Надеюсь, правильно прочел. Итак, продолжить. Так, мы были в церкви. Надо идти. Куда? А, на чердак нам надо. Так. Новая задача — найти кошку. Так, подождите, так. Это мы прошли. Ой, а тут до хрена чего-то всего. Так, здесь я не могу пройти. Посмотрите, демон в церкви. Ну, это прикольно. Так, а как мне сюда залезть? Эй. Так. Так, кто-то какая-то штука. Это что за церковь, где демоны бегают? Так. О, подождите. А, нет, это не то. Ну чё, иди давай. Блин. Вот так прятались. Блин, ты немножко перхнул. Давай, давай, выходи. Так. Разорвали. Что мы тут имеем? Ну давайте вселимся, посмотрим. Нет, я не придираюсь, но честное слово, разве это центральная деталь украшения? Извините, мэм, но в заявке было оформить в пуританском стиле, без подробностей. Посмотрите, просто посмотрите. Это, по-вашему, пуританский стиль? Там пластик, а он... Я только что нашел настоящую салемскую ведьму. Как я тебя понимаю? Такая буквальная точность. Скорее бы все закончилось. Природой. Он деревенский, но изысканный. В традициях Салема. Вся свадьба должна быть в традициях Салема. Эту историю теперь никто не уважает. Со своей историей. Где понабрали такой персонал? Мы у Инсу... Где понабрали? Скажи я спасибо, понимаю, что тебе вообще хотя бы что-то... О! Собрать. Так, а что тут есть? Так. Что-то с вентиляцией? Ничего, сэр, это профилактика. По этим штукам могут разгуливать мелкие зверьки, а вот мы и проверяем, чтобы никто там не застрял. А если застрянет? Я бы не советовал говорить об этом на кухне. Это дело плохо пахнет. Так вот почему тут везде благовоние, да? Я ни в чем не виноват. Мой сын супер. А при чем тут твой сын? Этот парень оценил бы, как мой мальчик играет в футбол. Я даже не слушаю. Молодец. Да заткнется он или нет. При этом сама Дана из Бостона. Ну это понятно. Они ожидают приготовления еды в таких условиях? В моей кухне такого бы не случилось. Ну правильно. Каждый так думает. Футбол,
Смотрите. Я не только про патриотов, но и про местные команды. Мой сын 4 года был квотербеком ведьм, а на первом... Давайте сначала какое-то тут воспоминание. Так. Поднимается. Поднимается, конечно, на чердак же лезет. Да подожди, где-то я слышу тебя. Кири. Блин. О, подождите. Необходимо еще 5 дуб. Так, до полной картины. Ну где вас собирать-то? Кстати, я начал находить еще. О! Начал-то находить их еще на улице. Еще 4. Я слышу тебя. Киська, подожди. Ой. А, ну все правильно. Подождите. Так. Ну-ка. Ну не знаю, Энджи. Брайан чудесный мальчик, но его семья другое дело. Ну, его мать, конечно, смахивает на гарпию, но Брайан милый. Да, я тоже так думаю. Просто Шелли никогда не общалась с такими темпераментными людьми. Я боюсь, они будут на нее давить. О, Шейла, поверь, их ждет долгая и счастливая жизнь. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружите с какого? С 4 класса? Он отличный парень, но она права насчет его матери. Надеюсь, моя свадьба пройдет без стресса. А что тебе стрессовать-то? Спасибо, дорогая. Быть добрым — это так просто. Но почему тогда все такие злые? Моя девочка выходит замуж по любви, а это главное. Ну ладно, хоть здесь у вас все хорошо. Насладиться друг другом. Конечно, я же не совсем эгоист. Куда мне торопиться? Блин, опять убегает. Вот. Да где ты? Вот где-то кошак, я чувствовал, мякает. Чувствовал, я слышал. Где-то вот здесь. А? Вот, подождите минутку. Подожди, Котя. У меня есть тоже Котя. Куда? Вот сюда вот, нет. Сейчас отойду, опять дети появятся. Так. А, нажимайте так и удерживайте Shift, чтобы бежать. Вселившись в кошку с разбегу, можно запрыгивать на некоторые уступы. Так, продолжить. Так, понятно. Брейс, пошла. Так, бегишь, беги. А откуда здесь бежать? Нет, мне, наверное, не сюда. Или туда. Блин. А я здесь. А нет, смотрите-ка. Прыг. Вот как сюда подняться надо было. Так.
Так, подожди, подожди. Por favor. Я умница. Так. Ага, вот сюда. Так. Опа. Прыжок. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Давай, ползи, ползи. Ага. Спасибо, Кися. Ага. Вот, да нет. А вот девушка. Вот она, наконец-то. Давай. Вот там, фильм «Призрак». И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Так, подожди, перед тем, как достучаться, давай осмотримся для начала. Что было написано? Мне надо выяснить, что известно свидетелю. Вот что это за... Так, вроде никого нет. Еще два осталось. По-любому где-то здесь. Подождите. Здесь что-то есть. Так, даже лучшим из нас грозит опасность. И что-то такое могло бы значить. Подождите, тут только что семейка была. Ай-яй-яй-яй, и, блин, и сюда никак. И туда никак. А где еще две пилы-то? Куда? Ну давай. Так. Влияние. Ой, как много! Так. Почему убирайся-то? Ты помоги мне! Убирайся к черту! Проклятие! Если ты еще раз в меня вселишься, ты не имеешь права взваливать на меня свои так, проблемы! Хватит. Я разыскиваю своего убийцу, того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Ага, видит! Погоди-ка. Ты меня видишь? И слышишь? Нет. Еще и притворяется, смотрите, притворюшка. А, черт, я понял. Ты же медиум. Ха. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должна. Как, впрочем, и вы мне. Ну да, ну да. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Ну скажи, скажи. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Так, а как мне тебя, блин, сейчас?
использовать, а тогда? Спрашивать. Спрашивать? Блин, блинский, я тут... Подожди, немножко... Почему убийца тебя ищет? Ну, естественно, меня тупой убили, вопрос. Когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Так, нужна твоя мать. Ты знаешь убийцу? Давай. Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас, копов, совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. У меня 7 пуль. Я спрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Почему даже не в сердце? Вот был бы хотя бы в районе сердца, и то ладно бы. Так, новая улика. Что так, свидетельница не знакома с убийцей. Кто из моих знакомых желал моей смерти? Почему из моих знакомых? Почему ты решил, что моих знакомых? Мотив убийцы. Вероятно, звонил или искал мать свидетельницы. Ну зачем? Спрашивать будешь? Да. Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Спрашивать будешь? Так, давай, вот это сначала. Мне нужны главные вопросы. Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет убийцы. Прости, я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. А вот звонаря, досье, да. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Так, ну в участок беги, чё. Ну и где твоя мать? Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Хм, я не знаю. Слушай, ну не накручивай себя так. Так, почему ты там... Так, почему сегодня вечером ты была в квартире? Вот это интереснее, почему ты там не живешь. Спрашивать будешь? Да. Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Жила! Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Как так? Ну вот так. Скоро я свалю отсюда. Да, я размечталась. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Ну, какая умная. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка! Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе?
А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Ох ты, ничего себе! Ну-ка, крик свидетельницы меня дезориентировал. Но как это могло произойти? Ну, тоже да. Так. Мать свидетельницы оставила записку. Немедленно уходи из дома, но иди в участки в мои записи, не возвращайся. Это опасно. Я постараюсь отыскать тебя, мама. Ну что ее мать-то? Почему? Как вот ты вот действуешь? Вот. Мать свидетельницы пропала несколько дней назад, и та понятия не имеет, где ее искать. Да что ее мать? Свидетельница убежала из дома, чтобы ее не нашли надоедливые призраки. Она явно что-то знает. Конечно. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Так, выследи свидетельницу. Свидетельницу нельзя упускать. Только она может помочь мне найти звонаря. Так, начать расследование. Ни хрена себе, это вообще честно так? Свидетельницу так. Так. Минутку. Это мы уже обнаруживали. Так. Не совсем понимаю, конечно, как это все устроено здесь. Но я так понимаю, мне надо сваливать с чердака, и как, почему мне только другой путь-то показан? Не понимаю. Так. Ой. Это уже само. Что, сразу вниз? Так, задача выполнена, покинуть чердак. Что-то я прям слышу, прям. Так. А куда мне тут? Мне надо отсюда сваливать. Стой! Вернись! А, она была спокойно прошла. Извините, но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. Блин. Так, а мне как ее преодолеть? Где этот? Но. Не может быть. Сегодня здесь так холодно. Да. Ой, не надо вот это муму твою. Чё, демоны не поймали меня? Вот ни хрена себе, вот тебе и здрасте, демоны в церкви. Отвлечение. Некоторые объекты можно активировать, чтобы отвлечь внимание демонов и незаметно подкрасться мимо них. Как правило, чаще всего удается отвлечь внимание демонов с помощью воронов. Укрытие демонов поможет вам подобраться к объектам, отвлекающим внимание. Так, ага.
Она озвучивает мои мысли. После этих... Так, отвлекать демонов. Убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться. Подойдите к демону сзади, удерживая, если хотите его казнить. Конечно. Так. А где здесь демон? Давай, давай! На! Просто порвал его! Ну да. Кстати, две пилы я, по-моему, так и не нашел. Ну и ладно. Думаю, на мою... Проклятие. Как-то и что теперь? Сюжетную линию не влияет это. Что теперь? Самому интересно. Впервые тебя вижу, вообще играю. Господи. Кошки, кстати, должны тебя видеть. Ну? Куда она делась, а? А, кошка? Полицейский участок. Там же, туда же сказали идти. Так, это что, записка матери? Мотив убийцы. Мать свидетельницы пропала. Личность убийцы. Громкий крик. Сбежавшая свидетельница. Вот это. Ага. Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Так. Свидетельница отправилась в участок, чтобы забрать досье, составленное ее матерью. Ну так это я и так знаю. Она же об этом мне сама сказала. Ага. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Ха. Конечно, никто не заметит. Ты знал, что ее мать работала на полицию? Ха. Ладно, можешь не отвечать. Так, а мне надо помочь. Помочь ей, скорее всего, так. Так, а где полицейский участок? Куда идти-то? Ты хоть, блин, пройди в ту сторону. Вот это полицейский... Пора возвращаться в участок. Пипец. Прям совсем неприметно, я вам скажу. Так, сейчас еще на берегу поди что-нибудь опять. Нет. Хрен с этими пилами вообще. Не очень-то и важны. Так. Вот сюда. На лодке нету ничего. В дом пройти. Не можем пройти через дом. Да ж твою-то дивизию. Как тут пробегать-то? Ой-ой-ой. Ну-ка, ну-ка. Нет, нет. Ошибся, извините. Я думал, там опять какая-нибудь хрень. Так. Нету ничего от вас, да, получить невозможно. Блин, одни воспоминания только. О, подожди. Это все из-за меня. Да я уговорил его стать клоном. По моей вине он теперь лежит мертвый на улице. Так, это что у нас? Рекс испытывает чувство вины за то, что устроил Ронана в полицию. Но почему? Не надо по этому поводу. Я знал, на что иду.
знал, что будет. Поэтому никакой вины в твоем нет. Блин. Департамент полиции. Подожди. Давай-ка здесь соберем. Я до сих пор помню тот день, когда впервые увидела Ронана. Ронан вел себя развязно. Классический плохой парень, и мне это было по душе. Однако еще больше мне нравилось то, что на самом деле у него доброе сердце. Он вырос в районе с дурной славой. По жизни в суровых условиях его не ожесточило. Но жизнь... Да. Вот такой я славный парень. Минутку, он еще что-то. Так. Полиция Салема до сих пор не видела связи между ненавидевшими убийствами, но в городе... Недавними убийствами, но в городе распространяются слухи о том, что это дело рук маньяка. Пока эти слухи объединяет только одно. Странный знак, похожий на колокол. Подобные рисунки неоднократно находили на месте преступления. Никто не представляет, что он может означать, но, возможно, у этого звонаря есть причины оставлять свой опознавательный знак. Кстати, я уверен, что... Я шарахаюсь буквально от каждой тени. Что? Что это было? Понятно. Кстати, развязка должна быть неожиданной. В этом я вот уверен. Это же детектив, типа как Коломбо. Похоже, родители Ронана люди неуравновешенные. Должно быть, ему было очень трудно в детстве, ведь тяжело чувствовать себя маргиналом, обреченным жить по криминальным понятиям своей семьи. А сейчас он мой неграненый алмаз. Так, неграненый алмаз, это, кстати, это... В мультфильме «Аладдин» неграненый алмаз. Такая добрая душа. Но при этом ему хватило сил, чтобы терпеть выходки своих родителей, имея все основания для разочарования и обиды за то, как его воспитали. Он ни разу ни в чем не упрекнул своих родителей. Он намного лучше, чем кажется. Ну вот, кстати, моя жена меня поддерживает, вот за что ей большое спасибо. Так, я что-то собрал. Вот я чувствую, что я иду не в ту сторону, но прошу прощения, пока удержаться не могу. Так. Она бы не стала кончать жизнь самоубийством. Она была счастлива. У нее было много друзей. Должно быть, ее кое-кто убил. Наверняка. Так, ладно. Ой, подождите. Нет, показалось. Не думаю, что это один убийца. Тут работали подражатели. Ой. А что, если его не Америка? Поймут, он убьет всех в городе? Америка, подражатели, убийцы. Да ты что, окстись, болезненная. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Да кому ты нахрен нужен? Так, жертва повешена на потолочном вентиляторе. Знак колокол указывает на то, что, возможно, это убийство. Прошу прощения, это вообще что? Это должно быть как-то распознано. Поссорились? Он меня предал. Клялся в вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял мне с ней? Откуда ты знаешь? Я всегда думала, что у него кто-то есть. Это она? А тебе не все равно?
Похоже, он забыл прошлое. Ну и ты забудь. Вот это правильно. Не могу. Бабы все пока помнят. Правду не узнаю. Ой, не надо только. Помоги, я должна знать. Пусть самое плохое. Ладно, займусь. Вот ни хрена я подписался. Не нужно было, не нужно быть активным, чтобы понять, сердце этой женщины разбито. Нужно выяснить, права ли ее... А, правда ли изменял бывший парень? Ни хрена себе. Давайте это потом займемся. Хотя, блин, подождите, я практически пришел, какая разница? Так, Котя. Пока не надо вселяться в тебя. Прошу прощения. А, вот какой город. Все понятно. Ну-ка, давай-ка. Я говорю именно то, что хочу сказать. Что тут непонятного? Так, ладно. Если она не хочет быть со мной, пусть скажет об этом прямо. Вот сейчас узнаем, хочет она быть с тобой. Да пошел ты нахрен. Не думаю, что это один убийца. Тут работали подражатели. Ой, да, такие уже на лавочке сидели. А что, если его не поймают? Он убьет всех в городе. Вы что, сюда пришли? Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Да, блин. Вы нахрен никому не нужны. Так. Убитая МГУ. Не пойму, почему она покончила с собой. Все было замечательно. А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. О, как все запутано. Ни хрена себе ты. Он встретил эту девушку после смерти бывшей. Вот ты шкура, да, какой. Стыдно должно быть, граждане, стыдно. А кладбище Эшенхэлс было заложено в 1632 году. Его площадь значительно увеличилась после двух трагических событий, одно из которых и дало кладбище имя. В 1665 году иммигранты, славившиеся от лондонской чумы, поняли, что сами заражены, и поместили в карантин в этой части кладбища. Ага. Когда все они умерли, их трупы сожгли, а пепел похоронили. С тех пор кладбище называется Эшленд Хейс. Пепельные холмы. Ну-ка, подожди, селиться. Тут все рядом. Обожаю этот город. А как же камеры? Ну, как в Англии. Ой, размечталась. У нас в городе нет ни хрена, единственная камера — это камера заключения. Ну вот, а теперь еще немного табличек. Скукотища. Блин, это было так. У меня такое чувство, что да за мной кто-то следит. Да кому ты нахрен нужен? Так. Тут все рядом. Обожаю этот город. Тут вторую мысль даже читать не буду. А как же камеры? Ну, как в Англии. Бля. Тут все рядом. Обожаю. Пошла ты нахрен. Вы что, блин, одноразовый, что ли? Я говорю именно то, что хочу сказать. Что тут непонятного? Так, вот, вот, что-то есть. А, полиция Салима отказывается признавать связь между недавними убийствами и комментировать сопровождающие их странности. Если основным орудием убийства в Новой Англии, как и на основной территории Соединенных Штатов, является огнестрельное оружие, то в Салеме ни одна жертва не была застрелена. Может, от чего-то растет количество людей, сгоревших или затонувших, задохнувшихся от дыма, или же во всех этих случаях подобные извращения способны способы убийства
выражает маньяк, действующий по странным одному ему известным принципам. Так, прошу прощения, немножко отвлекся, с дочерью делал задание. Так, что я читал, не читал. Полиция Салема отказывается признавать связь между недавними убийствами и комментировать сопровождающие их странности. Если основным орудием убийства в Новой Англии, как и в остальной территории Соединенных Штатов, является огнестрельное оружие, то в Салеме ни одна жертва не была застрелена. Может, от чего-то растет количество людей, сгоревших или задохнувшихся от дыма, но во всех этих случаях подробные извращенные способы убийства выбирает маньяк, действующий по странным одному известным принципам. Блин. Ну ни хрена себе сказал. О, ты куда пошла? А как? А почему я не могу? Она может, а я нет. Это что за дискриминация? Так, ладно, давайте вернемся к девушке. Я так понимаю, что скорее всего... А как узнать? Я уверен. Так. Ну вот, а теперь еще немного добычи. Ой, да пошел ты нахрен. Скукотища. Так, встречался ли так со своей, пока была жива бывшая? Ну-ка, давайте-ка. Ни хрена. А вот так. Ага, убитая. Интересно, он о ней вспоминает? Может, поэтому он был таким нерешительным? Я его не виню, но... Ужасно, что я обратила на него внимание только поэтому. Он был сломлен, нуждался в поддержке. Я не думала, что влюблюсь. Странно все вышло. Она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Ну, бывает. Тут уж и прошу прощения, тут... Так. Похоже, девушка подошла к нему только потому, что он был очень одиноким и печальным. Так что все нормально. Так. Не понял. Да идите вы нахрен. Убитая горем, одна, ни хрена себе. Подождите. Ну-ка, у меня виноват, у тебя виноватый вид. Люди скрытничают не без причины. Скажи, чего ты боишься? Чего-чего? Того, что пугает всех людей с нечистой совестью. Вечных мук. Я-то думал, пущу себе пулю в рот и все, отмучился. Я же не знал. Но терпеть было уже невозможно. Что терпеть невозможно? Я боялся, что кто-то об этом узнает. Тут вечно рыскали парни вроде тебя, искали всякие там улики, разнюхивали все, приходили один за другим. Я чувствовал, как петля вокруг шеи затягивается все туже. А выходит, я себя недооценил. Она до сих пор гниет там, где я ее оставил. Ага, смешно. Люди должны знать, что ты сотворил. Не стоило уносить секрет с собой в могилу. Мы все что-то уносим с собой в могилу. Даже ты. Тут обитают всякие твари. Жуткие такие твари. Тебе тоже стоит быть поосторожней. Да сейчас. Я же сказал, хватит об этом. Так. А как туда попасть? Я знаю, как туда попасть. Подождите.
Где-то, где же я тебя видел? Прелесть ты моя, ушастая. Машина, смотрите, наполовину. У меня такое чувство, что за мной кто-то следит. Так, иди-ка ты нахрен. Не думаю, что это один убийца. Тут работали подражатели. Понятно. Так. Минутку. Так, нет, мне не сюда. Точно не сюда. Так, подождите, подождите. Блин, эти там лазят так просто так. Сейчас. Ждите, ждите. Вот сюда мне надо. Дома освещены. Да кто дома освещает? Так, я что-то обнаружил, ладно. А что я обнаружил? Кто мне подскажет? Кто расскажет? Блин, ну правильно, что все сделал. Так. Сделал-то правильно, только ни хрена не понятно. Давай, кися, кися, кися. Блин. Ой, блин, подождите, тут где-то... Я помню, кошка была. Да, вообще не там. Блин. Ладно, подождите. Хорошо. Не очень-то и хотелось. А, детективы ищут хоть какую-то связь со знаком колоколами. Люди по фамилии Белл, упоминание колоколов в литературе и вообще все, что связано с колоколами. Блин. Так. Федеральное бюро расследований сделало заявление по поводу убийств в городе Салем, штат Массачусетс. Мы анализируем все улики ФБР, каждую поддержку местным органам правопорядка. Когда точно будет установлено, что действует серийный убийца, заявление от департамента полиции Салема времени публикации не поступало. Однако полиция неоднократно отказывалась признавать, что в городе орудует маньяк. Незачем подогревать истерию, по поводу которого может оказаться недодуманным, ранее заявила представитель полиции Салем Ингрид Ларсен. Так, это мы куда-то заходим опять. И опять куда-то выходим. Твою ж мать-то. Подождите, вот я хорошо помню, что тут должен быть. Ага. Да. Понятненько. Так. Давайте-ка еще раз посмотрим. Я заблудился, честно вам скажу.
Блинский. Тут все рядом. Обожаю этот город. А что, если его не поймают? Он убьет всех в городе. Раз, пойди ты нахрен. Так. Где-то я видел кошака. Только где? Где этот красивый хвостатый друг, который мне может помочь? Куда он делся? В тот момент, когда он мне так сильно нужен. Да нет, он не здесь. Я не здесь. Ой, какие же вы все. Так, вот даже здесь вот он мне может помочь. Хвостик, ты где? Так, здесь его нет. Блин. Вот он, вот он. Так, давайте для начала туда пойдем. Опа. Блин, а ты так не можешь, что ли? Ну, в смысле, везде прыгай. Только по определенным. Опа. Давай, 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 ползи, ползи, ползи. Так, собрал. Как ты мне можешь? Нет, не можешь по сетке пролезть? А куда ты можешь пойти? Так. Сюда ты не можешь, ладно. Ну ты мне нужен, котяра. Стой. Назад. Так, еще какую-то собрал штуку. А, ты отсюда не выходишь, все, да? Блин, хреново. Потому что уж чего-чего, ну ты мне нужен. А нужен вот для того, чтобы туда попасть. Блин. Как мне туда попасть? Знаю же, что кошка должна быть. Да все уж проработали. Что тебе еще надо? Еще одну улику какую-то. Блин. Ох. Как тебя забрать? Неизвестно. Как вот с тобой быть? Непонятно. А
Так, у меня уже что-то на ум ничего не идет. Так. Поплакать в жилетку. Так, ну и чё? Все три мы собрали вместе. Так. Встречался ли муж? Забывший. Да нет, конечно, уже. Чего еще надо-то? Подождите. Все, я что-то ничего не пойму, ладно. Как мне этого кота заставить туда прийти? Где, кстати, кот? Кот-то здесь. Так. Это солнышко у нас ни в чем не виновно. И туда нам его никак не запустить. Ладно. Откройте дверь. Никто не реагирует. Ладно, пойдемте к полицейскому участку. Может быть, потом это все как-то само разрешится. Так, подождите, где я? Я уж не помню. Я, по-моему, посюда, да, заходил. Ну да. Тут, кстати, какие-то газеты еще. Как вот мне туда попасть? Ой. Толик по дереву по этому кошкой. Так, дело в том, что и кошка-то вот она. Как ее оттуда вытащить? Ладно, пойдемте. К полицейскому участку будем пробиваться. Посмотрим. Так, что у нас тут есть? Па-па-па-па-пам. Па-па-па-па-пам. Не наткнулся бы на демона. Это у нас хорошо что-то получается. Так. О! Минутку что-то нашел. Сегодня он сделал мне предложение. Если честно, я не знала, что ответить. Я хочу быть с ним. Я люблю его. Но когда он предложил мне выйти за него замуж, я словно онемела. А он стоял на коленях и ждал, страдая от моего молчания. А потом поднялся. Лишь через 5 минут я смогла ему сказать, что мне нужно подумать. Неужели я все испортила? Да, конечно. Вот ты клуша, блин. Давайте. Вон еще какое-то послание там лежит. Сейчас минутку зайдем сюда. Вот здесь я это не был. Или был? Так, это я что-то собрал.
Ага, куда-то меня, смотрите, ведет. А куда? Не допрыгнул? Еще разок попробуем, значит. Так. Ага. Давай, ползи, 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 кошечка. Опаньки. Так, а куда мне? Так, прости, прости. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Блин, вон еще какая-то штука. Там еще какую-то я видел, подождите. Так, считается, что Салем — тихое место, где можно скрыться от проблем большого города, однако дошло до того, что мне по вечерам уже страшно выходить на улицу. Я говорил об этом Ронану, но он ответил. Ответ убеждает меня в том, что самый опасный человек в городе — это он сам. Его похвальба меня не успокаивает. В Салеме есть что-то мерзкое. Ой, прошу прощения. Конечно. Так, и вот здесь вот я видел дно. Так, это что? Этот дом, также известен как дом правосудия, принадлежал судье, так, который иногда проводил заседания в своей гостиной, а обвиняемых держал в подвале, как и было заведено в те времена. Его репутация навсегда запятнана из-за той роли, которую он сыграл в ходе судебных процессов над ведьмами 1692 года. Туда я не пойду. Да, что там? Ну не ходи, ладно. Прямо тебя туда силком толкаю. Вон еще что-то собрать можно. Давай. Собрал. Пушка. Его выбросили из окна. Жуть какая. Да, жуть, согласен. Не шатайся по темным переулкам, и все будет нормально. Правильно мыслишь. А как это, умереть? Че, и все? А что ты меня выкинуло-то? Я даже в твоем теле не могу пройти, значит, вот это. Так, ладно. Куда, куда? Блин. Его выбросили из окна. Жуть какая. Ну-ка, давай-ка вот это. Может, у нового начальника полиции все получится? Иди-ка ты нахрен. О боже. Что? Эй. Успокойся, поговори со мной. Поговори. Как тебя зовут? Брэд. Хорошо. Ну и что дальше? Ну, теперь рассказывай. Я не знаю. Мы хотели оттянуться. Поехали в город. Выпили одну, потом три. А потом уже... не знаю сколько. Я не помню. Вроде я вез Рика и Лору домой. И, боже, я их убил. Я ни за что себе не прощу.
мы тебе прощаем. Наверняка ты ничего не знаешь. Ты же сам сказал, что не помнишь. Я, пожалуй, пройдусь тут немного. Может, выясню, что произошло. Боже, что я наделал? Ну ладно, успокойся. Так. А, след так себе, но все-таки эта жуткая авария поможет мне выяснить, что произошло в ту ночь. Давай. Так, ну вот я первое что-то вижу уже. Номерной знак. Тачка Брэда. Видок пар. Номер машины, сделанный по заказу владельца. Очевидно, что машина принадлежит Брэду. Живы. Вот смотрите, какая-то хрень здесь еще. А, бутылка какая-то. Разбитая бутылка виски, любая любимая марка Брэда. Плохой знак. А тут сколько вообще не показано? Нет, сколько улик вообще. Надо насобирать так. Ага, укрыться. Подождите. Хм. Это... Немного, но уже кое-что. Чек заправки. Недалеко. Что-то так. Чек за бензин выдан в тот день, когда произошел тот несчастный случай. Вероятно, успеха мала, но проверить не мешает. Заправка ага. Недалеко. Надо наведаться. А куда наведаться? Настоящие ведьмы такие шляпы не носили. О, какой умный. Я точно помню. В Испании их сжигали. Ну ты красавчик. Так, это... А, подождите, а мы здесь были? А куда мне тогда надо было бы идти? Вот что-то я... Прошу прощения. Заплутали мишки, заплутали... Честно скажу, даже не знаю, куда я. Кажется, я видела. Нет. Ага. Подождите, мячик нет? Мячик нет? Господа! Идите нахрен. Не шатайся по темным переулкам. Пошел ты в жопу. Все у вас не как у людей. Я вообще-то расследую одно дело, и не чтобы помочь. Так, в тебя я вселиться не хочу. О, смотрим. Давайте. На этом месте находится склад оружия. 26 февраля 1775 года английские солдаты попытались его захватить, однако храбрые жители города помешали им, подняв разводные мосты. Тем самым горожане лишили британцев партии оружия перед началом войны, которая разразилась всего несколько месяцев спустя. Ни хрена себе. О, смотрите, лампа какая-то. Нет, это не она. Лампа мне не надо. Надо, не надо, нам лампа не надо. Укрыться. Так, призраков нету, не дай бог. А парочка ушла, хорошо. Чек. А где заправка? Кто бы мне под... А, во, подождите, заправка. Настоящие ведьмы такие шляпы не носили. Иди-то нахрен, мы это знаем. А как это, умереть? Так. Кажется, я видела. Нет, не может быть. Понятно. От вас ничего не добиться, нахрен вы вообще существуете. Подождите. Так, машина забрала. Ах, ты, оказывается, легковес. Что-то непонятно. Так, ладно. Вот смотрите, какая-то нога, что-то. Ну.
Блюет. Так, это какие-то воспоминания? Если встретим на улице убийцу, я даже не знаю, что сделаю. Чего ты не знаешь? Может, если мы пойдем чуть быстрее? Короче, ты даже не знаешь вообще, что делать. Такси. Что? О, на заправку. Да, SOC. Ага, классно. Так, нас сдали. Подожди, перед тем, как селиться, мало ли, что нам здесь еще надо пригодиться. Если даже копов убивают, то опасность грозит всем. Опасность всегда всем грозит. Независимо от того, кого убивают. Вот человек был жив, а теперь его нет. Так, ладно. Здесь у нас нету ничего. Блин, так вот непривычно, да, когда половина деталей ты можешь пройти, а через какие-то детали ты не можешь пройти. И при этом ты еще ищешь хрен знает что. Так, подождите, давайте. Блин, там какое-то здание горит, подождите минутку. А что, если это кто-то из моих знакомых? О, тогда тебе не повезло. Почему мне не по себе? Почему я так дрожу? Потому что ты тварь дрожащая. Так, ладно, меняем тему. Если все время подливать масло, можно протянуть еще год. Что за хрень ты несешь? Надеюсь, я вернусь в чистую комнату. Какую-то ерунду ты несешь. Уж извини, приятель. Ну ты явно не хороший тип. Так. А мы здесь были? Прошу прощения. Так, ладно. Так. Это, наверное, это не то, куда я хотел бы попасть. А подождите, смотрите-ка, что-то нашел. А после обнаружения обгоревшего трупа свидетеля немедленно перевели в центр психологической помощи. Блин, что-то о нем везде все разбросано. Так, я туда пока не пойду. А, кстати, я здесь был уже. О, смотрите, что-то пропустил. Подождите, а почему я не могу взять? Я помню, что я колокол собирал уже. Или не этот колокол я собирал? Ладно. Об этом мы потом поговорим с вами. Какая-то вот здесь, чтобы карта какая-нибудь была. А то какая-то закольцованная у меня штука. Так, давайте еще раз. Многие полагали, что СОС это Салемская нефтяная компания, однако такой компании нет. На самом деле аббревиатура расшифровывается как «Сыновья Чарли». Так называлась автозаправочная станция, основанная Чаком, Чарльзом-младшим, Шоном и Шемусом Оливи в 1928 году, когда автомобили перестали быть редкостью. Это предприятие едва не обанкротилась в эпоху Великой депрессии, однако удержалась на плаву, незаконно продавая алкогольные напитки в годы сухого закона. Ох ты как! Смотрите, как все обернулось. Нелегально, ага! Так, подождите. Сейчас я вот здесь пройду еще немножечко. Посмотрю. Так, это что такое? Ага, хрень какая-то. Укрыться. Ой, я чувствую, тут будут эти... Кто они? Как называется-то? Призраки, кто они там? Так, тут нету ничего или есть? А, минутку. Нет, здесь нету ничего, я отсюда был. Подождите минутку.
Тут что-то есть. Когда Ронан говорил, Лилиан, я не могу понять, кого он имеет в виду, твою мать или пушку. Блин, это я был. Ага, я пролистал. Ну, ладно. Мне очень-то и хотелось. О, смотрите, подождите. Это что такое? К сожалению, пока никто не арестован. Подозреваемых у нас нет. Вот почему мы настоятельно призываем жителей Салема сообщать полиции обо всех подозрительных фактах. Для поимки преступника нам понадобится помощь всего города. Ого, как заговорил. Дурила, дурила, как заговорил. Если все время подливать масло, можно протянуть еще год. Так, пошел нахрен. Нам такие чудилы не нужны. А, подождите, блин, я ж забыл совсем, подождите. Что-то я не понял, а чего у тебя нету ничего, ни влияния, ни... У тебя вообще мозга нет? Улик 3 из 5, ага. А потом к нему, так. Блин, я уж даже забыл, где он находится, пострадавший. Так. Улики 3 из 5. Подождите. Где ты разбитый, эй? Вообще не помню, где ты, где я тебя. Ага, вот он ты. Так. У тебя вот здесь вот вроде бы все как соединили. Ну. Потом идем, 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 идем. Так, а мне зачем сюда-то? Мне вот сюда надо. Ты как туда выехал-то? Подожди. Я бы, блин, сказал бы, как туда проехал бы. Если бы... Ага, вот дорога. Подождите. Тут что-то есть? У дороги. Мы... Если даже копов убивают, то опасность да грозит нет. Всем. Как странно. Вот человек был жив... Твой мозг мне вообще не нужен. Нет. Это тупой мозг. Блин, даже не знаю, как тебе сказать. Блин, вот сюда что ли идти? Так эти тоже тупые. А что, если это кто-то из моих знакомых? И мужик у тебя такой же. Блин, а куда идти-то тут? Так, минутку, подождите. Блин, я такое чувство, что какие-то улики, блин, не дособираю, что ли. Вон, я вижу улику. Вон, а как мне к ней попасть? Смотрите, вот видите, видите ее? Вон она. Блин. Может, мне туда надо как-то? Что за железные? Так, я как понимаю, мне потом в него зачем-то за каким-то хером селиться надо, потому что у него только... А вот что я должен еще собрать, я даже не понимаю. А вот подождите, как-то сюда, потом сюда, нет? Не похоже. Блин. Не получается. Так, это что такое? А, мы надеемся, что этот тихий город Салем прославится мирным и веселой жизнью. Ну, почти. Только у меня каких-то деталей не хватает.
чтобы он мог прославиться тихой, спокойной, мирной жизнью. Я даже не знаю, что это за детали, где ее искать. Надеюсь, я вернусь в чистую комнату. Если все время подливать масло, можно протянуть еще год. Протягивай, протягивай. Год, два, три, сколько надо, столько протягивай. Да ни хрена. Вот здесь вот где-то может быть. Вот за стеной, ну-ка. Давай-ка. О, кстати. Ты вот так через стену-то и проехал. Вот ты лошара-то. Давай. А как ты тут? Блин, мне что-то надо искать по дороге, наверное. Даже не знаю. Так, укрыться. Машина. Блин, понятия не имею. Ладно, ребятки, я вас оставляю. А, подождите, найти ответ. А что найти ответ-то? Ну давай. Звонить по телефону. Какого-то еще. И чего? А, смотрите, похоже, что-то составил. Напугал этот громкий хлопок. Всех тогда получил громкий хлопок, если бы я только мог выяснить, что они слышали. Блин, я уже уйти хотел в полицейский участок. Так, и мне какой-то хер тут нужен. Вот этот, по-моему, и с него все началось. А, да, ну давай, я не знаю, Брэд звонит по телефону, так, это сомневаюсь, что... А, вот хлопок. Блин. Зачем я так дверью хлопнул? Теперь деньги за окно и зарплаты вычтут. Меня так эти пьяные уроды разозлили. Мне за ними еще и блевотину убирать. Всех клиентов распугали. Зря я дал этой бабе уехать. Надо было полицию вызвать. Значит, за рулем был не Брэд. Это была Лора. Теперь уже все равно, но он будет рад узнать, что это не он их угробил. Ну, смотрите, тем не менее, так, кассир помнит, что за рулем была женщина. Это может означать только одно. Ну, давайте пойдемте обрадуем нашего этого небольшого этого друга. Скажем, что это не он виноват. Нахрен я вообще расследую их дела, если мне свое расследовать надо? Кстати, вот вопрос вопросов. SOC ни о чем не говорит? Стоп. Точно. Мы заезжали на заправку. Заправились вы, будь здоров. Кассиру пришлось убирать за твоим другом Риком. Ты хотел вызвать такси. Боже, я ничего такого не помню. Когда кассир выбежал на улицу, вы уже уехали, а за рулем была Лора. Значит, это не я. Ужасная, ужасная ночь. Я знаю, я виноват, но хоть не вся вина на мне. Я не знаю, что сказать. Спасибо. Да пожалуйста. Так, ну, по крайней мере, помог человеку, ладно. Вроде игра понятная немножко, но немного такая мутная, блин, меня вот это бесит, то, что где-то можно пробегать, где-то нельзя пробегать. Где полицейский? Вот полицейский участок. Да, именно в этом она вот и бесит, что нету, как сказать. Вот стена-то не освещенная, не надо мне ля-ля тут.
Чуть не смотрюгнулся, прошу прощения. Да. Какое странное чувство опять сюда вернуться. Туда, где в свое время спасался... Какое странное чувство опять сюда вернуться. Туда, где в свое время спасался от свалившегося на тебя одиночества. Забавно. Забавно, как все повторяется. Сегодня он впервые стрелял. И обычно предпочитает ближний бой. Так что если к нему подойти, он получает преимущество. Но, сэр, если к нему не подходить, то как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили. Он убил копа, он в розыске. Стреляй без предупреждения. Вот так. Оперативный штаб. Надо выяснить, есть ли подвижки в расследовании моего... Ну, понятно. Ну что ж, нет, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!